В новый учебный год с новой сценой. К 1 сентября готовятся не только общеобразовательные организации, но и учреждения дополнительного образования. Детская музыкальная школа номер 2 – не исключение. Здесь ведется реконструкция сценической площадки. Сцена была маловата, поэтому мы решили немножко ее расширить, насколько это позволяет территория вот всего зала. Это будет немного, будут стационарные ступеньки, на которые будет вставать хор. У нас, кстати, лучший хор в области, и старший, и младший хор ежегодно на всероссийском конкурсе, который проходит в музыкальном училище, получает гран-при. Еще одно важное изменение – новая система отопления. Старые металлические трубы заменили на пластиковые, и теперь в каждом классе можно будет регулировать температуру. Здание без фундамента, и, конечно же, достаточно большие усилия приходится прилагать к тому, чтобы его поддерживать в нормальном состоянии. Но пока нет каких-то серьезных нареканий, во всяком случае, здание эксплуатируется нормально. Ну вот новая система отопления, вовремя сделанная, как говорят специалисты, она поможет и дальше его содержать в нормальном состоянии. Здание, в котором находится школа, без малого 200 лет, и оно требует особого бережного подхода. Ремонт здесь ведут ежегодно. В этом году на эти цели в общей сложности выделили 450 тысяч рублей. Любовь Почернику, Антон Осипов, РТВ Иваново.